29 марта состоялось открытие мемориальной доски кинорежиссеру, народному артисту России Станиславу Говорухину. Доска появилась на здании Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета. Увековечить память о легенде кинорежиссера предложил ученый совет вуза при поддержке Министерства культуры Татарстана. Среди участников мероприятия были студенты и сотрудники университета, журналисты, а также представители министерств и ведомств республики. Это был сложный человек. Вот он такой большой, что он вмещал в себя все. Умение быть потрясающим другом, умение любить, умение ненавидеть. Я очень рад, что сегодня мы это сделали. И мы выполнили долг по отношению к человеку с большой буквы, к великому, в общем-то, я бы сказал, патриоту России, потому что он действительно любил Россию, нашу страну. И Татарстан для него это уголок России был. Будущий народный артист России учился на геологическом факультете Казанского университета с 1953 года. Успешно окончив Казанский государственный университет, Станислав Говорухин один год работал геологом. Но поняв, что это не его призвание, ушел работать на Казанскую студию телевидения. Сначала редактором, а затем ассистентом-режиссером. Спустя несколько лет он переехал в Москву, где поступил на режиссерский факультет. Все эти 5 лет провел в самодеятельности, работая в многотиражке университетской. Mm-hmm. Мне было это интересно. И когда я оглянуться не успел, уже диплом смотрю. Ну, кое-как защитил. И тут только, начав работать, уже понял, что это не мое. Он открыл вот для нас Высоцкого на большом экране, показал все это. А мы его так любили. И, собственно, Станислав Сергеевич тоже был, так сказать, наш человек совершенно. Хотя артист и уроженец Пермского края, казанцы вполне могут назвать его своим земляком, так как в свои юные годы он учился и проживал в столице Татарстана. Диана Калимуллина, Аделина Абдрахманова, Александр Кузнецов, Универньюз.